Добрый день, дорогие друзья! Подошло время самого представлять играющих сегодня. Точнее, Денис Николаев, капитан Основ. Без штрафа, конечно, остаться. И какой завал! Ох! Шлаков на скорости проходит, выходит и забивает! Вот они, индивидуальные действия Шлакова. Я говорил, что он сегодня очень активно выглядит в начале. И сейчас взял игру, он на себя спокойно всех объехал и великолепно бросил в уголок. Называется коллектив «Новатор». Два. Великолепно разыграна шайба в сетке. Шайба в сетке, несмотря на то, что она оттуда вылетела. Шлаков опять. Его действия отмечаем, он ассист записывает на свой счет и... Данилов. Егор Данилов, да. И он сегодня отличился, конечно. Потеря Карелина абсолютно ненужная. Снова Шулаков. Бакай, бросок. Ближе не будет, Сунев в меньшинстве. Какой? Что ж там происходит? А, Никулин, шайба, есть момент. Она влетает в сетку все-таки в домик. Голкипер, он просунул эту шайбу. И за 22 секунды до конца первого периода «Новатор» сокращает разницу в счете до одной шайбы. Это очень здорово. Для... Проходит Данилов на скорости. Есть момент у него. А бросить остается. Крыгин. Бросок сильный. Шайбу. И опасная ситуация. Бросок летака. Данилов очень опасно может быть. Данилов двоих прокидывает. Выходит один к воротам. А бросить уже не удается. Это булит, дорогие друзья. Данилов, смотрим за исполнением були. Данилов может, действительно может, но не быть во втором периоде. А вот ответ капитала. И обыграл, и бросок нужен. Бросает, бросает, обходит, и передачу ищет. Ищет, ищет передачу, находит передачу. Минута во втором периоде остается. Опасная ситуация, с бэкхенда бросок нет. Апелляции к арбитру, уж не нарушение ли численного. Синев. Синев, мед добивание. Будет бросать, бросок, опасно. Не получилось. А здесь Данилов, смотрите, что творит Данилов. Выход 1-1, гол! Данилов просто красавец. Ну не остановить его никак. Может быть, стоило здесь попробовать нарушить правила. Ничего, что булит. Но главное не давать Данилову прорваться к воротам, а он прорвался. И очень. Никулин обыграл, и бросок! Нет шайбы. Будет шайба в зоне. В зоне можно играть. Бросок. А вас никто не собирается. Вот момент. Крыгин бросок. Будет момент. Выход будет. Великолепный. Просто разница в две шайбы. Вот и пожалуйста. Сглазил я сейчас интеллектуальный капитал Фомичев. Здорово сориентировался на добивание. Но вот это будет концовка, дорогие друзья. Какая она еще должна быть. Вошли правильно. Момент! Момент! Штанга! Все! Интеллектуальный капитал выходит в финал. «Новатор» браво все равно. Несмотря на это поражение. Но какая игра была, дорогие друзья. Вот за такие игры стоит любить хоккей.